Так, друзья, всех приветствую. Сегодня будем ставить в передние пружины такие вот межвитковые проставки, либо, как их еще называют, автобаферы. Стоит такое удовольствие 675 рублей. В принципе, в интернет-магазине, я думаю, на сотку будет дешевле стоить. Тут даже их не адрес ВКонтакте есть. Собственно, ставят их по причине того, когда у вас пружины уже просевшие и маленький клиренс. Как написано, они добавляют 2 сантиметра клиренса. Здесь у нас 2,5 сантиметра. Ну, установим, посмотрим. Собственно, устанавливать их нужно в таком вот порядке. То есть, не вот так, как обычно все ставят, а чтобы было небольшое расстояние между краев. Если же вот так, то немного нужно отрезать лишнее. Собственно, они бывают двух размеров. Здесь у нас идет 120-140 мм, и там, по-моему, идут еще сотка. Но это для задних пружин. У меня когда-то стояли уже такие вот межвитковые проставки. Причем две пары. Самый дешевый за 170 рублей. И там дорогие какие-то силиконовые. Там за практически там 600 рублей. Я вам скажу, что разница в работе одинаковая. Износ у них практически одинаковый. Так что, если у вас есть возможность купить дешевые либо дорогие, то берите самые дешевые, не ошибетесь, поверьте. Дорогие работают так же само, как и дешевые. Ну, собственно, выкатываем автомобиль и приступаем к установке. Так, начало установки. В общем, первое, что делаем, это домкратим автомобиль. Если нужно, то снимаем колесо. Ну, у меня, в принципе, можно и так подлезть. Ну и, собственно, вставляем нашу проставку. Ставим ее, получается, если есть отверстие, то отверстиями вниз и вот таким вот креплением кверху. Для удобства смазываем силиконовой смазкой, ну, чтобы легче пролезло, либо моющим средством. Ну, у меня ни того нет, поэтому я взял отработку. Конечно, масло не рекомендуется брать, так как оно реагирует с резиной, разъедает ее. Ну, в принципе, водой смоется и все будет нормально. Я так уже назад две пары проставок ставил. Ну, таким вот образом ее просовываем в пружину. Так, установил я проставки. Ну, теперь можно сделать вывод. Чуть проехался, они у меня прижались. Собственно, клиренса они добавили очень мало. Всего лишь 5 мм. Ну, в принципе, они никак не дадут 2 сантиметра, как написано в инструкции. Потому что у меня стояли два комплекта проставок на задних пружинах, и там сантиметр клиренса они добавили. Ну и по жесткости здесь, конечно, плюс. Даже после того, как я установил одну проставку, нажимаешь рукой на капот, на одну и вторую часть, и явно заметно, что часть с проставкой, ну, то есть стойка с проставкой, она жестче. По крайней мере, теперь я не бьюсь защитой. Видите, какая у меня полка здесь огромная при заезде в гараж. Теперь уже не бьюсь, получается, днищем. Здесь у меня стоят короткоходки, стойки, так как летние колеса у меня 16, они намного выше, чем 14. Ну и, в принципе, проставки эти будут только на зиму. Собственно, они добавляют вам только жесткость. Вот. Сейчас покажу, как это все выглядит. Еще единственный момент. Устанавливайте их равномерно, то есть прокручивайте их так, чтобы они были ровно на обеих сторонах. И еще такой один момент. Часто задаются таким вопросом, может ли лопнуть пружина. Когда я устанавливал назад проставки, человек мне отписался, что у него стрельнула пружина. Причем сначала одна, потом вторая. Конечно, вам это производители не скажут, то, что может стрельнуть пружина, но в очень редких случаях это бывает. Не знаю, возможно, это будет на очень прям таких убитых пружинах, но я ездил с двумя проставками, у меня было 3 витка всего лишь рабочих. Ну, как-то проездил, ничего не стрельнуло. Ну, собственно, на этом все. Надеюсь, кому-то помог. Всем пока.